Меня зовут Диана. А я ее парень. И у него есть имя Леша. А мы решили прислушаться к вам, дорогие подписчики, дорогие зрители. Именно к вам. Да. И решили начать снимать свой блог. Ну или что-то похожее на него. Да, мы надеемся, что в нашей жизни хоть что-то интересное происходит, и мы будем вам это показывать. Нет, в нашей жизни что-то интересное происходит. И наше первое видео мы хотели бы начать с небольшого обзора. Святая всех святых. А уж дворец. Непосредственно то место, где мы живем. Так что с этого мы и начнем. Все, поехали, вперед. Итак, обзор на экскурсию по всем достопримечательностям нашей квартиры начинается с... А их так много, с кухни, потому что ванну, туалет я решила не показывать. Я думаю, что это не особо интересно. Это не зря слабонервное зрелище. Все не так плохо, в общем-то, как он говорит. Вот наша кухонька, она небольшая, но я считаю, что это, наверное, самое уютное место у нас в квартире, потому что... У меня есть классная картина. В честь отца Дианы. Он лев у нас по гороскопу, да? В общем-то, эта картина сделана вручную нитками, как-то вышло. Вот, Леш, покажи поближе. Я попытаюсь, конечно, показать. Да. Я надеюсь, что оно будет видно. Какой-то бабуин. Гвоздики. Это лев в честь его отца. Он лев по гороскопу. Бабуин. У тебя папа бабуин, блин. Вот такой вот у нас уголочек, диванчик, конечно, это уже старая мода, но мне он нравится, хотя на нем абсолютно не сижу. Но это самый большой пылесборник у нас в квартире. Однозначно. Да, мы его очень любим. Все, кто любит Машку мультик, так что вот, у нас тут фанаты живут Машки, вон у нас еще есть Машка, ну, вот так вот. Вот такая вот у нас кухонька. Главная изюминка этой кухни – это огромный цветок. Точнее, цветок не такой большой. Ну, горшок огромный. Огромный горшок для маленького цветка. А еще вот что у нас есть. Мы буквально недавно приобрели неразлучников. Может быть, вы знаете, конечно, что это такие. Это мы на Хортице были, купили. Ну, я решила купить, заставила Лешу, чтобы мы никогда с ним не разлучались. А мама решила, что я купила куклу Вуду и порвала меня. Это наш холодильник. Да, это, холодильник это просто обклеен, да. Это святая святых этого дома. Это обелиск. Сюда мы приходим поклоняться утром, обед и вечером. И иногда среди ночи. Среди ночи, да. Главная достопримечательность. Да. Идем дальше. Идем дальше. Это наша вот и спальня, и зал, и гостиная. Наша спальня. Это мы. Это мое трюмо. Я тут крашусь, навожу красоту, чтобы все видели, какая я красивая. Бардак. Да где же бардак? У меня все аккуратненько. А вот этот стул. Это было трюмо Алексея, но сейчас оно, к сожалению, свободно. Не в процессе, да, все свободно. Сейчас оно свободно. Ничего нет. Что еще хочу показать? Баночка, копилочка на свадьбу. Вот над этой баночкой, бабочкой, я корпела просто, не знаю, весь день. Я приклеивала вот эти вот камушки. Видите, камушки? Везде камушки. Я вручную приклеивала, у меня тут была надпись приклеенная вот там моему любимому мальчику. Но мой любимый мальчик неаккуратный, и все надписи отваливались. И все, что осталось, это вот. Вот. Значит, не так старательно делала. Ой, все. Смотрим время. 12 часов. Думаете, дня? Фиг там. Что еще начну делать? Почему бы и нет? Так вот об открыточке я вообще-то рассказывала. Вот такую вот открыточку мне Леша подарил на день рождения. Вот деревянный, тут стишок даже он написал. Я сам нарисовал. Ну, это он брешет, конечно. Это ему нарисовал его друг. А стишок я прочитаю когда-нибудь в другом видео, когда у меня будет целое видео посвящено нашим стихотворениям. Да, мы такие творческие личности, мы друг другу писали стихи. И я больше, чем некоторые. А теперь главная достопримечательность этой комнаты – это ковер. Почти самолет. Ну да, в общем-то, ковер мы, к сожалению, никуда деть не можем, потому что эта квартира не наша все-таки, мы ее снимаем, поэтому... Да, квартира съемная. К сожалению, у нас вот такой стиль винтажный. И вот наш диван тоже вот в таком стиле. Но это все спасибо маме. Мама нам передала и подушечки, и покрывальцы. Мама у нас супер. Есть балкон, конечно, но балкон у нас совсем заставлен, там и показывать даже нечего. Ну, балкон мы постараемся показать. Не надо. Мы попытаемся туда выйти. Надо. Ну, давай. Мы попытаемся сюда выйти. В общем, на балконе самое, что не есть, настоящий творческий беспорядок. Вот так вот мы с Лешей и живем. А еще мы спортсмены. Типа спортсмены. Я занимаюсь очень усердно, а кто-то не ну, очень. Ну, иногда и я. Под хорошее настроение. На самом деле, наоборот, Лешка, да, хорошо занимается, а я такая, что кашу иногда, мне иногда лень. Ну, в общем, я такая вся. Ну, давайте, так как 12 часов ночи, опять же, устрою вам кошмарную сказку на ночь. Снова здравствуйте.
Готовьтесь. В общем, одним глазом мы покажем вам ванную, а половины одного глаза. Ну, в общем, слабонервным не смотри. Выключайте видео, убирайте детей от экрана. В общем, вот это наша ванна. Ну то сколько баночек? Сколько баночек? Ну понятно, вот потом это. Будет чья вот эта полочка и чья вот эта. Ну это Лёшина, понятное дело, а вот это моя, да. Я по минимуму экономлю. Смотрим полочки. Угадайте, где чья полочка? Моя сверху, сверху. Хорошо подумайте, где чья полочка? По-любому сверху и розовым вообще не пользуюсь ни с кем. Где чья полочка? Конечно, мой любимый цвет это розовый. Абсолютно. Абсолютно. 100%. В общем. И рыбку покажи, и рыбку. Это наши животные. Единственные. Вот, считаю, Лёша. Вот глаза один в один Диана. Итак, Лёша обещал показать, точнее обещал показать какой-то там частью глаза туалет. Но мы ни при чем. Наш туалет это ностальгия по советским временам, которые мы как бы не застали. Но мы ностальгируем. Но у нас есть прекрасная возможность почувствовать, каково это было. Как было замечательно в те дни. Какая замечательная инсталляция. Модерн. Тонкая работа. Без одной дверцы. У нас есть домофон. Но он не работает. Но он есть. Ну, наверное, по возрасту он. Ну, как, наверное, мы с Дианой вместе взяты. Старше, чем мы, да. Ну, и цветы, конечно же, не такие, как у моей мамочки. Но они есть. Мы их поливаем. Мы за ними пытаемся ухаживать. Но, если честно, у меня сама мастера, так что, если что, там, советики, пишите, будем прислушиваться. Потому что, если честно, с цветами мы как бы поливаем, ухаживаем, разговариваем. Но, думаю, это не особо. Не особо на них влияет. В этой теме яблоко упало далеко от яблони. Очень. Очень нет, далеко. Я их люблю, правда, но я не знаю, что с ними делать. Вот мы и закончили снимать наш небольшой обзорчик на квартирку. Надеюсь, вам было интересно, потому что это... Надеемся, да. Очень сильно надеемся. Да, потому что нам еще много чего будет вам показать и рассказать. Надеемся, вам будет интересно. Это только начало. Впереди все самое лучшее. Все самое интересное. Так что? Оставайтесь с нами. Конечно же, мы хотели бы выразить огромную благодарность. Огромнейшую. Да, всем подписчикам, всем зрителям, кто комментирует видео, ставит лайки. Спасибо вам огромное за поддержку. Вы самые лучшие. Вы супер просто. Спасибо вам огромное. Мы каждому комментарию, каждому совету будем по максимуму прислушиваться. И тебе тоже. Потому что твое мнение важно для нас. И, конечно же, большое спасибо за комментарии про семью, про самбельчик. Это особо приятно. Да, это особо приятно, потому что это наша семья. Это все. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх, комментируйте видео и ждите новых. До встречи в новых видео. Все, пока-пока. Пока-пока. А мы пошли спать. А мы спать.